Всех витаю, дорогие мои друзья. Я вам показываю, включу свет, показываю двух спортсменов. Юля, физкульт, привет. А, ты просто Юля? Нет, ну как, вы же сейчас идете заниматься спортом, значит, спортсмены физкультурные. Они тебе будут мешать заниматься физкультурой. Конечно. Давай, давай придешь, будешь играться с бабушкой Света. Давай, бабулей Светой, давай. А как ты будешь заниматься? У тебя руки на турнике будут заняты. Конечно. Давай, а придешь, я на видное место. А потом еще на всякие заразы наберется. Точно, там вирусов наберется и все. Все, давайте. А я еще с собой, знаешь, что взяла, Юля? Сейчас покажу тебе, смотри. Ой, а у меня, кстати, ракушки есть, которые ты на берегу собирала. Да, и Юля, пусть Юля ее несет, обрабатывать да, будет там, тебе. Да, Юля? Все, открывай, открывай все это двери, все, давай. Да. Все, молодцы. Бежим, спортсмены, бежим. Вот. Бежим. Юля, в лифт первый не заходи. Заходи, Света. Света, да. Заходи вперед. Все, давайте. Позаниматься хорошо, давай. Сегодня они пошли заниматься, а мы едем за стройматериалами. Так, Миша, доброе утро. Привет. Едем за стройматериалами. Так, меня ждут, сейчас я одеваюсь, иду. Светланка, где? Привет, привет. Всем привет. Начинается у нас... Трудовые будни, да, Светланка? Да, да. Я сегодня в 7 утра подняла всех. Ага. Пирожками. Добрый ранок. Добрый ранок. Ой, прохладненько. Прохладненько на улице. Что? Прохладно, но не холодно. Да. А, с этой стороны, да? А, видишь, как она не едет. Я тоже готова к труду и обороне. Хорошо, и, что... Мишка нам... Ага, садимся. Азиз пока дал временно машину свою, чтобы можно было закупить стройматериалы. Миша, не привет. Все, едем. Будем. Так, одеваем ремни. С утра пробки, даже возле дома. Все едут за стройматериалами, да. На Лексусах только. Приехали в Леруа Мерлен. Жарко уже. Начали раздеваться. Ну, ветерок все равно есть. Новые новостройки у нас строятся. Как бы раньше здесь такой пустырь был, а сейчас уже столько домов понастроили. А это церковь, да. Все, побежали. Побежали, побежали. С самого утра уже люди с тачками ездят, температуру проверяют. Добрый день. Все, температуры нет. Вообще никакой. Где ваш список? Тачку не берем? Или это мало нам?
потом на выходе подумаем. Мы, наверное, выберем, мы выберем, а потом... Хорошо. А Коле тобі подобається? Так, оце такий м'яш, коли подобається на Колі. А тобі? Так. Да. Света не успіла зайти, уже їй сразу же понравился перший, який стоїть на вході. Цвет. Просто це глянцево, буде слизька дуже. Коли мука взагалі. Міша говорить, що тут глянцево і буде скользко. Вони хочуть взяти не глянцево. Для стіни вже точно не буде. Это для стены? А какого цвета вы хотите сделать себе? А, белую полностью все. Ага. И санузел белый. И фартук на кухне белый, да? Взяли эту плитку. Нет, фартук на кухне. Это они взяли эту плитку, как она смотрится. Это же она, да. Прям как на нас они разраховывали. Так как Света хотела. Так как Света и Миша хотела. Это же ты хотела. Я вообще, может, такую сыру кусала. Ага. А Мишка так... Смотри, как будто бы они услышали, что вы хотите, и сразу же первым делом и поставили то, что вы хотите. Вот такое сочетание белосерое. А фартук какой вы хотите цвет? А фартук будет у нас цвет петлю. А, тоже как пол? Да. Ясно. Тогда можно будет, знаешь, что я себе? Можно будет такую заказать... Як це називається? Поверхня, яка на кухні. Цвіт, кольором. Щоб теж було все біле, а ну, столішниця. Можна буде отаку теж заказати собі, а столішницю таку. Дуже буде красиво, так? Да? Ну так. Да. Якраз доречний кольор такий, бо вони вийшли не такого кольору. Пішли ще подивимось на подоконник. А, так. Да, а, вже і вибрали? Але, може, треба ну ви шустрі, ребята. Света, мы что еще сегодня должны выбрать? Ну, сегодня мы хотим купить плитку для санузла и для полов, полы. И подоконники. Пока что все. А обои? Позже. Ага. Ну, вот подойдем сюда. Угу. А, такая белая стена, да? Так, чтобы красиво. Моно... Белая. Цена очень даже приемлемая. Ну, мне нравится, что белая. Я не хотела, вот, не хочу вот так вот. Ага. Ну да, вот так ни в коем случае, потому что пыль здесь будет перепадать. Я же говорю, я вот такой, перепадать. Я уже типа знаю. А, ты уже... Посмотри, что там что-то у нас там что-то. Посмотри, эта плитка, видишь, что тут, блин, красиво, гарно, без всякого лишнего, да? Да, уже гарно. Вот так, вот тут, вот нашли, вот так полюбили. Я еще понял, что все маленькие, крестики маленькие, да? Что ты говоришь, Миша? Что там? Ну, крестики маленькие возьмем, да красиво швы тонкие будут. А, угу. Пошли, вот тебе не слышу. Пиши, там все богато. Да, пошли. Я думаю, что все. Подоконники я узнал, подоконники там. Все, тоже такая, да, непогана плитка. Это дороже, да? А мне так больше подобается. Не, это дороже? Ага. А почему так?
пока они грузят плитку. Как вы думаете, в какой отдел я пришла? Да вы увидели, наверное, уже. Сразу же горшки. И все для цветов. Драцены. Грунт для орхидеи, горшки уже все вместе продают. Все готово. Цветочный отдел. А как же без растений? Так, теперь Любе только надо сдержаться, чтобы ничего не купить. А то Любу выгонят из дома. Все уже загрузились, бежим домой. Знаете, что меня расстроило? Что растение в ужасном состоянии. Мучнистой росой покрыта гербера. Орхидея как-то... Ну, короче, удручающее все состояние всех растений. Жалко, конечно, не растения. Можно было бы нормально их содержать. А и что? Проверим. Что, забита машина? Плитку. Может, мне на маршрутке поехать? Нет, садись, Мишка там оставит. Ага, давай. Вы сюда сзади садись? Нет, тут я похудала. Да, ничего, сейчас. Сейчас посмотрим. Мне главное сюда, чтобы нога вместилась. Просто размести, бо машина переживает, башка вся, понятно? Да, да, да. Все, отлично, сели даже. О, сейчас я... Не так страшный ты волк, да, Филипп? Да. Все. Ой, я рада, 4000, блин, да что? Да? Да я же вообще думала. Что, так думала, что дорого будет очень плитка такого цвета. Ну, я смотрела приблизительно в интернет-магазине. Ну, просто не, я не посчитала, что там цена за упаковку. А в упаковке там 1,2, 1,3 метра квадратных. Получилось дешевле. Ну и хорошо. Хорошо. Мы еще один рейс будем сюда. Мы еще один рейс будем сюда делать. Ну да, сейчас будет не один, может, клей надо взять еще, блин. Ну, понятно. Еще себе едет машина, слышите? С днепропетровскими номерами. Не это, а вот сзади, а сбоку она. Я вам не показываю ее. Ага. Так же ж музыка включена. На весь Киев. Вот так с Днепра приезжают у нас. Крутые пацаны. Ой, на весь Киев. Да, да, мы думали, а мы думали, что в КамАЗе вот тут музыка играет. А это такая маленькая машинка гудит на весь. Аж сюда слышит бам-бам по голове. Он сейчас догонит нас. Аж заднее скло, батю я говорю. На дворник красавчик. У него, да? Все трясется, зато музыка играет на весь Киев. Он опять прыгает. Не видно, не видно. Так и едет дальше с музыкой. Да и життя так все эти присадило. Даже сзади дворник отвалился от музыки. Да. Ну, весело человеку, да, с утра. Классно. Да. И нам пеняла Настя. Да, да. Хорошая людина, хорошая машина. Молодец. Настроение человека хорошее. Побільше б таке, краще. Вот так. Музику и настрой. Ой, бідненько. Авария, да. Или просто поломался. Поломалась. А, это авария, да. Только он так далеко уже. Жизнь.
такова. Одни плачут, одни скачут, да. Да, мы за ними, мы же приехали после них. Даже плитку несу. Газончик здесь зелененький. Заходи, смотри, как у меня муж красоту придет. Да ты что? Ага, о, здесь залил. А вниз они что-то подстилали туда? Керамзит? Керамзит. А тут видишь, как уже все? Ну, по-моему, она посидушка. Ага. Они вдвоем с кумом? Дальше мишка сам. Ой, ну смотри, как он ровненько. Подобой. Угу. Уже подобой сделал. Да не говори. Так, пойду и я помогать носить. Ой, не, мы со Светой, наверное. Вот тяжелое невозможно. Девочка-помощница. Да. Ну, тяжело ж одному тащить такую тяжесть. Как соломки. Что я без вас рубил? Миша, это уголки ты уже сделал, да? Ну да, поставим вот тут бачу, тут была такая колпада надо, и потом надо ее защекотурить. Он уровень поливнял. И с собой наварить переготовил тоже. А тебе много пришлось его уравнять? Стены? Ну, в принципе, не так богато. Ну, уравнял, да? Ну, трошки, да. Что вы тут делаете? Я скажу, что так было. Я сейчас стены почти готовили. Сантехнику развели. Электричество. Воду развели, канализацию развели, да. Угу. Электричество дорозвели. Так, як хотіли, під себе. Ага. Перенесли всю розетку, вона була на тій стороні, ми на цю сторону. Тепер двері у нас будуть відкриватися туди. Да. Ага. Ясно. Ну, а тут маяки поставили, яку мені допоміг. Маяки поставили, а вже потім я керамзит піднесу. І по маяках вже стяжку зробив. Підготовив до плитки. Молодець. А тут стіни погрунтуються і теж можна. Тут ж поклювати не треба, буде просто погрунтувати. І можна плитку стіни ложити, підлогу ложити. Ну і унітаз ставити, рукомийник, душову. Ось запінювання. Да. Ну, саме таке. Саме важке вже позаді, чесно говоря. Осталось тільки пліточку, так? Да? Да. Плитку, вогонь. Тут ж поклювати трошки там з цієї сторони. Ну, так можна вже і заходити і жити. У вас тут є, бачите, сюди можна. Унітаз він поставить. А потолки у вас і будуть такі високі, так? Натяжні будуть, так. Ну, я не знаю, там, яким вони уровнем роблять, там, наскільки він опуститься. Це мало би скажемо. Ну, я думаю, там, по мінімуму. Чого по мінімуму, тому що я так рахував, що вся проводка йде по периметру сюди до підводяшки, десь там сантиметрів 12, не більше. Тобто між ними десь буде натягнутий. Да? А это не сильно много, 12? Нет, это проводка. Нет, проводка йде, щоб її не нижче неї була, якраз так, щоб від потолка і десь. Это получается менше, чем 12 в Львовську. Десь так іде проводка, щоб ж там провода не закріпити. Ну да, молодці. І там буде, так? Вот свет, я смотрю, що не буде здесь. Ну, буду розводити. Ось здесь от виключати для Юліного світу. У Юлі тут кроватка і стол. Здесь наш общий шкаф, и здесь наша с Мишкой кровать. Ложа. Телевизор, вот для телевизора, видишь, вы видели? Телевизор, а там розетки. Ясно. И тоже выключил. Ой, да. А это для этого. Красота. Туйки у вас тут красота. Кондиционер. А, кондиционер. И подоконники еще как купить зараз, подоконник, еще плитку. А подоконники какие у вас будут? Простые. Пластиков? Да, пластиковые. А, понятно. Пластик. Ну, очень, значит, ничего, все на начальной стадии, все. Отделка на начальной стадии, а так то чуть же перерубив стикер. Ну, ты уже и так много чего сделал. Самое главное, чтобы тут с вами разобрали, что трубы развели, сантехнику и... Ну, вас, могу тебе сказать, вот тут душ, видишь, вот для душа все сделано. Тут стиральная машина, здесь у нас кран и туалет. Рукомойник. Да. Да, кран, фишка. Рукомойник. Ты ж, Мишка, это светло? Да, это
Ракета. А це? А тут заземлення під душулками. Що, Света, виходи. Там, може, ще не висохло все до кінця. Та вже, я думаю, я ж у п'ятницю це я зробив. Чуєш, Мішень, але це те, що от залишилося цю роботу? Що, що? Те, що затопило. Ні, це ж... Цемент потягнувся. А, так, і мене потягнуло, що... А це щось рівняти треба, так? Сюди, ще щось? Так, це стільки треба порівняти по цьому гулку. Ого, скільки треба сюди ще додати. Додати. Зато рівненько буде, так? Зато красивенько і рівненько, раді Богу. Так. А світ вже можна включати, вже все... А, бачите, я ж додати зробив, щоб там видно було. А, взагалі так. Так. Я і забула. Поставив, лампочку поставив. Ага, все отлично, отлично. Да, все, так, кстати, так. Розетка ж є теж, бачите, працюєш міксером. Справа внизу, бачите? Да. Все, уже, короче, быстрее и переезжайте уже. Да, теперь уже сделаем плиточку по приему. Сейчас плитку Мишка будет ложить. Я дотяну вот здесь, вот видишь? Да, сколько? Надо даже покрывать эту часть. Мою рабочую часть. А я зрозумію. А не хочеш, щоб плитки не було, бо ж воно буде капати на плитку. Прямо, звісно. Ой, а потім як оттирати плитку? Все, закривай, як воно пішли. Все, пішли. А, да, пішли. Дай мені потягнувся, так? Хожу з нею, як... Ой, а я сумку свою забула, пішли. После такой тяжелой работы мы решили кофе попить. Замурычить. Да, сейчас заказали здесь, потому что кафе еще закрыто, потому что рано утро. Поэтому мы решили первый попавшийся кафетерий, который нашли. Кофе отметить. Начало строительства кофе отметить, да? А. Я здесь была не раз, когда у вас здесь квартира была. Ну, да. Я сейчас не узнаю уже этот район. Деревья, да? Уже побольше, это как-то уютно. Склад, да, и для меня это же склад. А я уже забудовываю. Да, вот здесь перекрыли. Видишь, раньше этого не было. Дом, наверное, будут строить, да? Всего лишь неделя. Угу. Здесь будут строить что-то. А может, торговый центр здесь будут строить? Що там, Міша, що будуть строїти? Процеси, да? Да. А раніше ось тут теж був магазин продуктовий, а зараз дитячий садик зробили. Маленький такий.